Приветствую вас, Аноним. Прочитал ваш текст и хотел бы на него ответить. Ну, во-первых, мне очень понравился ответ моего коллеги Кудряшова Игоря Леонидовича, который весьма лаконично и четко обозначил вам спектр работ, которые нужно провести. Это первое. Второе. Ну, я не буду, наверное, на этом останавливаться, на том, что сказал мой коллега. Я немножко с другой стороны хотел бы посмотреть на ситуацию. Вы говорите, что у меня не складываются отношения с мужчинами. Вот, знаете, если бы вы сказали, что у меня не складываются отношения с людьми, да, я бы понял. А вот как не складываются отношения с мужчинами, не очень понятно. Потому что мужчина – это тоже человек. И когда вы начинаете общаться с кем-то из мужчин, то вы общаетесь в первую очередь с человеком. Вы не общаетесь с мужчиной. Вообще с мужчиной общаться нельзя. Можно общаться с человеком. Взаимодействовать можно с человеком. Но человек может выступать в роли мужчины и вести себя как мужчина. Но он всегда остается человеком. Человек не всегда бывает мужчиной, но мужчина – это всегда человек. Поэтому, когда вы говорите, что у меня не складываются отношения с мужчинами, я задаюсь вам вопросом. А видите ли вы в мужчине человека? Я имею в виду в том мужчине или в тех мужчинах, которые вас привлекают, с которыми вы строите свои отношения. Потому что если нет, если вы не видите человека, если вы общаетесь с мужчиной исключительно как с мужчиной, то вот вам первая причина, в которой у вас не складываются отношения. Такие отношения являются очень ограниченными, и вы можете себя от таких отношений оберегать. Силы, например, более духовной своей развитости. Например, как вариант. Понятно, да? То есть, еще раз, как вы выстраиваете отношения с мужчинами? Как? Это очень важно. Что у вас общего с мужчинами? Что вас объединяет? Вы говорите, я выбираю проблемных мужчин. Опять же, не бывает проблемных мужчин. Я вам даже скажу больше, не бывает проблемных людей. Проблемных мужчин не бывает. И проблемных людей не бывает. У всех людей есть проблемы. Вопрос в том, как они, люди, эти проблемы решают свои. Вот что важно. Как люди решают свои проблемы. И вот здесь начинается самое интересное.
Дело не в том, что у человека проблема. Дело в том, принимаете ли вы его проблему. Проблемы мужчины, проблемы человека. Принимаете ли вы их? Если вы принимаете их, при этом ограничиваете себя от этого, то все в порядке. Но если вы не принимаете, и если вы не ограничиваете себя от этого, то начинаются трудности. И потому возникает вопрос, что понимать под проблемами человека и как вы к этим проблемам относитесь, как вы их воспринимаете. Дальше. Вы говорите, я выбираю мужчин моложе себя, потом сама же начинаю ревновать. Здесь явно идет акцент на мужчине, на мужском человеке. Не человек ставится на первое место, а мужчина. Мужское. Я бы сказал, что мужчина вам нужен для решения своих проблем. Для решения своих вопросов. Для разрешения своих конфликтов. То есть, человек вам изначально, как личность, как ценность в себе, как кто-то, кому вы хотите что-то дать, не воспринимается вами, такой человек не воспринимается. И вопрос возникает только в том, почему и какие проблемы вы решаете. Технически это выглядит примерно так. Вы видите мужчину моложе вас, он вас привлекает, потому что вы чувствуете, что с его помощью сможете себя каким-то образом почувствовать по-другому. И вы начинаете с этим мужчиной сближаться. Но так выходит, что именно от него зависит то, как вы себя чувствуете. И, соответственно, начинается ревность, контроль и все остальное. Здесь ревность, контроль используется для удержания вот этого состояния, которое вы получаете в результате взаимодействия с мужчиной. Не совсем классическая ревность, но тем не менее ревность. Потому что это чувство отношения к своему партнеру, как к собственнику, простите, как к предмету, как к собственности вашей, проистекает именно из того, что первое, проблемы с реализацией, второе, сравнивание себя с другими людьми, третье, неверное восприятие человека, четвертое, страх одиночества, пятое, негативный опыт измен и отношение к сексу. Эти проблемы, эти сложности создают ревность. То есть собственническое отношение к человеку. Попытка, по крайней мере, на уровне интенции приравнять человека к предмету, к
собственности. Есть страх такого человека потерять. Вот понимаете, чем ценнее человек для нас, то есть чем больше он нам дает, тем больше мы боимся его потерять. Но чем ценнее человек для нас с точки зрения того, что мы хотим его дать, ему дать, тем меньше такого человека мы боимся потерять. И тем более здоровые отношения мы можем построить. Но это не значит, что нужно игнорировать то, что некоторые люди представляют для нас определенную ценность. Это совершенно не значит, что эти вещи нужно игнорировать. Напротив, необходимо это замечать, необходимо это учитывать. Необходимо к этому относиться адекватно. Почему? Потому что это ваш потенциал. Это ваша потенция к росту, к личностному росту, к развитию, к удовлетворению ваших потребностей. Но не через другого человека, а через вас сам. Через ваши ресурсы, через ваши способности, через ваши усилия, через вашу деятельность, поведение, поступки. Дальше. Вы говорите. Да, я не буду раскрывать каждую проблему, да, то есть страх одиночества, сравнивание себя с другими, вот. Я не буду это раскрывать, потому что это отдельная тема целая. Дальше. Вы говорите, я ставлю себя в позицию нуждающейся в мужчине женщины. Ставлю себя в позицию звучит не совсем корректно, даже чисто на слух. Вы не ставите себя в позицию, вы являетесь нуждающейся в мужчине. Очень важно не отделять себя от своих чувств, принять их и пропустить через себя. Лучше их понять и более грамотно реализовать. К примеру, мы сейчас возьмем в качестве примера очень такую банальную и упрощенную вещь, как возраст. Вы выбираете мужчину помоложе, чтобы чувствовать себя моложе с ним. Это не совсем про вас, это просто пример. Простейший пример. Мне нужен мужчина моложе меня, чтобы я чувствовал себя моложе. Чтобы я чувствовал себя моложе. Почему я хочу чувствовать себя моложе? Потому что я не принимаю свой возраст. Почему я не принимаю свой возраст? Потому что, во-первых, я его стыжусь, например. Во-вторых, мне кажется, что в силу моего возраста я уже чего-то сделать не смогу. Например. Ну, просто например. То есть здесь есть определенные стереотипы, и здесь есть определенное недоверие себе самой. То есть вы как бы не доверяете себе. Вы как бы игнорируете то, что чувствуете вы, и руководствуетесь тем, что извне. Таким образом, получается, что вам нужен мужчина, который моложе вас. На деле вы просто хотите решить свою проблему. И ее нужно решить. После чего, спокойно взаимодействовать, да, даже с тем же мужчиной. Теперь только в нем не нуждающийся. То есть, то, что вы нуждаетесь, нельзя игнорировать.
то, что вы нуждаетесь, нельзя просто принижать и обесценивать. Вы говорите, вот как мне быть в этой ситуации, если я, если все это происходит в данном кругу, да, и я понимаю, что я иду к своей, ну вот, к неудаче, и все равно это делаю. Так правильно, потому что вы хотите решить свою проблему, вы хотите решить конфликт. Конфликт остается неразрешенным, и вас снова и снова тянет к тем, кто может, по вашему мнению, этот конфликт разрешить. Даже если вы знаете, что у вас ничего не получится, все равно вы будете этого хотеть. Это нормально. Абсолютно. Здесь необходимо работать с тем, что для вас, с одной стороны, представляет конфликт, с другой стороны, что для вас представляет важность. С третьей стороны, с восприятием и принятием себя. С четвертой стороны, с восприятием и принятием мужчин. С пятой стороны, над женской моделью поведения, которая являлась бы вашим естественным состоянием, что и определит мужчин не по возрасту, а по поведению. Возраст не имеет значения для отношений. Я склонен думать, что вы боитесь близких отношений, потому что пытаетесь мужчину переделать под себя, вот. Это так же, как и ревность, это страх эмоциональной близости, то бишь недоверие себе, и это обесценивание себя, потому что ревность в первую очередь про то, что меня могут бросить, меня могут обидеть, меня могут изменить, вот всякое такое. И очень важно этот момент понимать. И дальше уже с ним можно будет что-то делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Даже надеюсь, что ситуация разрешится.